В поликлинике номер 11 в поселке Малаховка завершился капитальный ремонт. Глава округа проверил качество выполненных работ. Тему продолжит наш корреспондент. У нас уже завершение работ. Это на выходе первый этаж, женская консультация, лестничные марши. Эта поликлиника в Малаховке работает с 80-х годов. Пришло время залечить все гнилые зубы. Именно так называется губернаторская программа по ремонту медучреждений в Подмосковье. И мы вошли в программу губернатора по ремонту поликлиник. И понятно, что мы же зависим от денег. И была изначально одна сумма, где мы отремонтировали, по сути, со второго по четвертый этаж. Настаивали, искали деньги, нашли. И значит, был второй этап. Вот мы отремонтировали первый этаж. Первый этап ремонтных работ обошелся в 40 миллионов рублей. На второй этап потребовалось 12. Заменили инженерные системы и электропроводку. Установили современный лифт. Бригады работали в непростых условиях. На время ремонта поликлиника не прекращала свою деятельность. Второй этап, вот первый этаж, плюс входная группа, плюс лестница, было у нас затрачено даже меньше месяца. Ресурсы, мы работали две смены, около 50 человек, 50-55 человек. Включая инженерный состав. Работы производились в ускоренном темпе. Отделка стен и потолков произведена в бело-синей гамме, что соответствует новому брендбуку Минздрава. Вывески также будут соответствовать новым стандартам. В поликлинике трудятся около 70 медицинских работников и мечтают побыстрее занять свои новые рабочие места. Чистенько, хорошо, здорово вообще. Ну, лучше же стало. Конечно, намного. Ну, только что закрепить чуть-чуть. Мы с вами тоже договаривались, да? Да. Ну, закрепим. И мебель, и все, и мы будем счастливы. Мебель доставят в ближайшее время, а новые отремонтированные отделения на первом и втором этажах начнут функционировать со следующей недели. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.